Полицейскими в Махачкале возле одного из домов по улице Пушкина при личном досмотре 24-летнего жителя Избербаша обнаружено изъято 140 пакетиков с порошкообразным веществом. Обнаруженное направлено на экспертизу. Исследование показало, что образцы порошка являются наркотическим средством метилэфедрон весом более 271 грамм. В ходе разбирательства мужчина пояснил, что посредством мессенджера получил сообщение о расположении оптовой закладки с уже расфасованным наркотическим средством, готовым к сбыту. Задача злоумышленника состояла в совершении закладок по обозначенным куратором адресам в разных районах Махачкалы. Подозреваемый задержан. Собирал с разных точек, с окраины города. И что потом делали с ними? И переставлял на другое место. И сфоткал. Фоткал, отправлял.